качественные. И двое суток уже ведутся работы по восстановлению линии освещения. В республику пришла настоящая зима. Правда, ненадолго. Первый в этом году снегопад шел все выходные вперемешку с дождем. А чтобы рабочая неделя началась у дончан без пробок и аварий, коммунальные службы вышли на улицы с самого утра. Уже вывезли более 200 тонн снега. Довольны ли работой жители города, интересовалась Юлия Воронина. В этом году зима пришла строго по расписанию. В первые дни декабря город буквально усыпан снегом. В соцсетях люди делятся фотографиями снеговиков. Самый необычный сделали в районе Семашко. Из снега дети слепили целый танк. Но уже сегодня утром от снега не осталось и следа. Помогла плюсовая температура и, конечно, труд коммунальщиков. Пока не спали, мы уже работали. Это с 7 часов начинаем всегда, каждый день работаем. И до 5, как пока не сделаем свою работу. Первый декабрьский снег, как говорится, комом. На выходных почти сутки он шел вместе с дождем, так что артерии столицы превратились в трассу для ралли. Чтобы дончане могли быстро и без препятствий сегодня добраться на работу, коммунальные службы начали трудиться еще в воскресенье. Одновременно снегоуборочная техника работает во всех районах столицы. Сколько таких машин уже вывезли со снегом сегодня? Сегодня только будет вторая машина. Вчера 8 за целый день. Я не знаю, сегодня уже снега поменьше уже. Ну, думаю, справимся в любом случае. За баранкой самосвала Владимир встречает уже 15-ю зиму. По опыту мужчина может сам делать прогнозы погоды. Я думаю, тепло будет. Мне кажется, декабрь будет теплый, а там январь ничего, никто не знает, сколько. На вашей памяти какая самая суровая была зима? Ой, очень давно это было. Я, честно, не... Ну, были, по, конечно, снегопады посильнее. Но даже небольшой снегопад может создать большие неприятности. В первый же день осадков не обошлось без аварий, поэтому коммунальные службы оперативно приступили к работе. Порядка 90 единиц техники было задействовано именно на борьбу с непогодой. Также есть резервная техника, такая, ну, тяжелая уже, на более сложные там, погодные условия. Это там грейдера, это там и ледорубы, то есть, ну, вот в таком ключе. И порядка 250 человек личного состава сейчас задействовано на уборке остатков, скажем так, последствий непогоды. За ночь снег на улицах столицы исчез не по волшебству. Труд рабочих оценили и сами горожане. Все хорошо. Все хорошо убрано, видно. Все по-хозяйски. Сейчас даже и шел, и работают люди, хорошо все. Центральных лучше. В окраинах хуже, как всегда. Нормально, чистят. И за пределами Донецка везде чистят, все хорошо. Мы благодарны. Слякоть или новогодний снегопад? Чем удивит эта зима, можно только гадать. Но, как говорят коммунальщики, и техника, и рабочие готовы ко всему. На все 101. Не на 100, а на 101. Юлия Воронина, Ярослав Матвеенко, «Панорама».